Сатис надо спасать. Как от чего его надо спасать? Что или кто ему угрожает? Так что же на самом деле происходит? Когда же река станет уютным местом для прогулок? Когда, смотря на реку, мы сможем радоваться, а не грустить? Сегодня мы будем разбираться, от чего на самом деле это зависит и когда это произойдет. Смотрите на канале 16 в пятницу в 19:10 и в воскресенье в 20 часов ровно.